Здравствуйте, меня зовут Мустафина Айгуль, я многодетная мама и сооснователь проекта «Кшкентай». В Казахстане, как и во всем мире, растет количество особенных детей. Всего по стране действует 189 кабинетов психолого-педагогической коррекции, 725 логопедических кабинетов, более 120 частных центров, 101 коррекционная школа и 15 детских реабилитационных центров. Соответственно, повышается спрос на специальное оборудование, в том числе для занятий по методу сенсорной интеграции. В рамках данного бизнес-проекта мы планируем производить обнимательные машинки, тактильные дорожки, роликовые горки, балансировочные доски, сенсорно-динамические комплексы. Аналогичного производства в городе Нур-Султан не имеется. Основные проблемы, с которыми сталкиваются наши потенциальные клиенты, связаны с тем, что на рынке практически нет продукции казахстанского производства, а импортные аналоги далеко не всем по карману. Наша продукция будет стоить в 1,5 раза дешевле, не уступая при этом в качестве. Мы работаем в этом направлении с 2018 года. Производим сенсорные гамаки и чулки, утяжеленные жилеты и одеяла. За это время собрали клиентскую базу, получили благодарственные письма и положительные отзывы от наших покупателей. Проект не раз упоминали региональные и республиканские СМИ. Продукцию доставляем по всему Казахстану. На реализацию данного проекта нам потребуется 5 миллионов тенге. На эти деньги мы закупим оборудование и расходные материалы для производства. Окупаемость проекта составляет 12 месяцев. Благодарю за внимание. Всего вам доброго.